Netflix. No, Netflix. Ich habe vor ein paar Tagen über Andy Cartwright gesprochen und habe auch gesagt, dass er wegen Drogen gestorben ist. Jetzt haben mir viele Zuschauer geschrieben, nein, es ist nicht wahr, er ist nicht wegen Drogen gestorben. Und dann wurde das alles interessant. Also habe ich ein paar Leute, die ich auch aus der Szene, also aus der Rap-Szene kenne, angerufen und gefragt, wisst ihr, was mit Andy passiert ist? Und mir wurde das jetzt so erzählt, okay, das erzähle ich jetzt euch, aber so wurde mir das erzählt, dass tatsächlich seine Frau Andy getötet hat oder haben könnte, ja. Das alles versucht jetzt die Polizei zu ermitteln, aber es sieht so danach aus, dass die Frau von Andy ihn getötet hat. Und ich weiß nicht, wie psychisch krank man sein muss, Andy zu töten und dann später auch noch ihn in kleine Stücke zu schneiden. Ja? Also man muss psychisch krank sein. Mir tut wirklich das Kind von Andy sehr, 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 sehr leid. Und ich wünsche dem Kind alles Gute. Ja? Und lieber Andy, wenn du das da oben siehst, rest in peace. Okay? Ich wollte heute mal ein Battle mir anhören, und zwar Classic versus Ramirez. Ich habe die Texte auch alle vorbereitet. Ich werde jetzt nicht sehr viel drüber reden, ja, sondern einfach dieses Battle mir mal anhören und den Text dazu lesen und mal gucken, wie das Battle geworden ist. Эй, вы, мальчиши, малыши страны советской, слышите вы меня? Жизнь впереди, за дымом, да за пожаром, светлое-светлое. Хуй в сраку, все эстради, Джарахов и Райти, дешевые бляди. Кто я такой, не должно волновать тебя, это шоу возвращения бати. 17-й батл, что такое хип-хоп-ру? Мы сами не в курсе, усы из Санчеса дали старт Уси. Каждый его ус, Александр Уси. Кто-то шарит в рэпе, как дядя Женя, а кто-то в помойке, как тетя Мэда. Рэм тоже занят очень важным делом, снимает клипы, это полный метр. Нам стыдно за ЛГ, мы красные, как коммунисты летом. Что-то модно, что-то вечно, Новосибирь столица рэпа. Все начиналось на форуме, все заливалось фундаментально. Так пиздани реверба, ман, да и стерео, как у Tech Nine. Это так много, тут богатство отмерено. Дух властвует над материей. Луч творчества ебал формат, в котором только пластмасса да перья. Модные штампы, некуда ставить печати. Мы с перемазанным братишкой тут о разных вещах. Пробуя остановить, сейчас толпу влетаю с плеча. Тебе о смысле этой песни громче остальных кричать. Уже покинули чат, не вернуть нам обратно. R.I.P. молодой ЛБЦ Картрайт, Купер, мама, папа. Остались за старших, нас не воспитывал Ютуб. Великий дух Егора Крида, он тут повелитель мух. Батлит на респект, все убирать всех от души. Батлит без башки, нам наплевать на барыши. Мальчишики, мальчиши, светки на ветку. За дымом да за пожаром, светлая, светлая жизнь. Рэм легко меняет флоу, да и пол поменял. В паре получеловек, это полуфинал. Помнишь грехи птенцов? Нереальный напор. Кто, бля, райт раунд? Я ебал тебя в рот. Грязный Рамирес собирает залы. Я надеюсь, что не гей-клуб. Тут барбарики на первом ряду. Райт раунд и мультифрукт. Мои предки спали на голом полу. Твои же на дереве, друг. Я начинал андердогом, пешеходом, окей. Теперь я веду. Рамирес с Рамиресом вышел за рамку. Выше дан в данный момент. Огромный талант, максимальный кабан. Выше болота, в кайф, великан, гулливер. Сверхфеномен, крупный ученый. Дилда-спортсмен, владыка концерна. Летит кометой, рослый заметно. Но я выше, чем он, на один сантиметр. Что скажешь на это? Ёбаный гном, круглый урод. Потом колобок, патологический карлик. И вор голубой огонек, это твой потолок. Прошибаю раму ударами в створ. На тебе это не показалось. Панчи летят на колбол. Твой дозор окончен, Роберто Карлос. Витя победителя, впереди бита. Мой отряд это ребята. Это я работа на века, мы пионеры в этой сфере. Мы создали города, это метафора, мудак тебе в кабину напихал. До десятой кнопки, с грустным видом, Рэм не может дотянуться в лифте. Стоп, ты что-то перепутал, типа,
и поцеловал мои бутсы рибок. Это тебе не водится, так весело. Поливаю на вырос у Рамироса две части трека. Одна гейская, вторая пидорская. Витя классик, биты гасит, Рамираса. Прием приемный, Рэм Чумазик. Просыпайся, ты обосрался, туалетный утенок. Рэм это сестра таланта, он делает лапидарно. Возможно сочно на дискотеке, но это точно не годится в батлах. Тебя тянут райт-рауны, как бурлаки. Лямку это шоу по факту, чтоб ты понял на языке гномов. Я чеканю голову врага и читаю тебе эту строку. Рэп это искусство, братан. Меня так научили на хип-хоп-ру. Батлит на респекте, убирай всех от души. Батлит без башки, нам наплевать на барыши. Мальчишики, бальчиши. Сетки на ветку, за дымом да за пожаром. Светлая, светлая жизнь. Also, normalerweise kenne ich einen ganz anderen Sound von Classic. Also, man sieht schon, dass Classic sich verbessert hat in Bezug auf Sound. Das darf man nicht vergessen. Es gibt zwei Sachen, die mir sehr gut gefallen. Das eine ist natürlich, dass Classic solche Sachen erwähnt, dass das Battle Rap nicht mehr das war, was es früher war. Das ist aber normal, ja. Battle Rap wächst, Leute entwickeln sich, ja. Man kann auch nicht mehr battlen wie früher, ja. Es gibt viele Sachen, die waren früher lustig, heute sind die nicht mehr so lustig, weil man diese Sachen schon 10-mal gehört hat, ja. Das andere ist, dass er Ramirez quasi so darstellt, als wäre Ramirez schwul, ja, weil Ramirez ja diese Gruppe hat, Sextape, und Ramirez macht ja nicht mehr die alte Musik, so gesehen, ja, er macht jetzt auch neue Musik, andere Musik, und deswegen stellt Classic den so ein bisschen schwul dar, aber es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen, und zwar diese ganzen Sachen, dass Ramirez ein Gnom ist, dass er klein ist, das alles, das kennen wir schon. Ja, das kennen wir. Dass er ihn mit Jarajo vergleicht, ja, und, das alles ist nichts Neues. So. Und deswegen gibt es Sachen, die braucht man gar nicht mehr zu erwähnen, weil das schon 10.000 andere Rapper gemacht haben. So. Ja. Das sind so. Das ist das, was mir aufgefallen ist eigentlich. Ansonsten war der Song gut, also die Tracks waren gut. Ну что, малой, как твои дела? Вижу, загорел, стал выше стола. Как получил шанс? С бордюра упал? Но ничего, бывает. Мужская красота, она такая бардак. В комнате опять не выполнил план. Из-под кровати скоро выползет хлам. От матери потом получишь по щам. Ну ты шебутной. А знаешь, как быстро крутится мир? И ничто не спасет от глупой возни. Тебя все может запутать и даже инстинкт. Но многое успей, пока не ляжешь костьми. Жизнь не улыбнется, как твой кассир. Только если очень сильно этого просить. Ты пока еще малой, но уже чутко спишь, как я понимаю эти трудности. Но все будет ништяк, и в истину поверь. Ты увидишь снег на верхах тополей. Даже летом косяки гигантских кораблей. Как мы все распадем первоклассных вратарей. Ты увидишь даже рыбу синим фонарем. Ты узнаешь, почему и как летит самолет. И почему от любви твое сердце поет. И в нем не гаснет огонек. Не забывай меня, не забывай. Искренним и смелым в глазах каждого не получится, но даже если очень страшно, в первую очередь ты самому себе докажешь, что старался для близких разводить тучи. И хорошо, что твоя мама сейчас спит лучше, хоть уже с другой.
Если тебя бьют, то ты бьешь полна его, чтоб съем. Не прощай, крош, цена, надейся на тех, кто не бросал слова на ветер и сам лично прикрывал твой зад. А также бывают девушки красивее лунных сонат, и вроде бы сводят с ума, но в этом и есть диссонанс. Она поцелует глаза, а завтра забудет, как звать. Но в этом уже сам разберешься, пацан. А я хочу, чтобы ты знал, хоть и не поймешь это сейчас. Я был бы рядом, но наша жизнь — это свеча. И ты прости меня за то, что я не сохранил ее огня. Главное. Не забывай ты меня, не забывай. Also, es tut mir leid, aber ich muss hier was dazu sagen. Also, das ist songtechnisch ist das wow. Also, wow. Ich habe so das Gefühl, Ramirez entwickelt sich mehr in Richtung Rock. Einfach diese Rock-Elemente in diesem Battle so zu verwenden, ist stark, ist gut. Mir gefällt auch diese Story, die er erzählt über diesen Jungen. Man hat so das Gefühl, als würde er über Classic erzählen. so habe ich das Gefühl gehabt. Aber Song, wow. Also, oha. Обещаешь? Обещаю. Сынок, а с кем это ты тут разговариваешь? Ни с кем, сам с собой. Ну уже поздно, пора ложиться спать. Ну, мам, можно я еще папиных песен послушаю? Ich weiß natürlich, dass der erste Teil, also der erste Song, natürlich zu dem Thema gemacht wurde. Das ist mir schon bewusst. Ist mir alles schon, das weiß ich alles. Ja. Deswegen, das wollte ich nochmal gesagt haben. Хватит.
пальба, перебор, грязь, я не зарядил, так тайно не дам шанс. Меня позовут Fortnite, тебя посел. Ненавижу маленьких сук, только King Size. Ведь альтовали башку, чтоб не мог срать. Вечно делаю одно и то же, многих, наверное, достал. Я вечно делаю одно и то же, побеждаю на раз-два. И тебя я пройду, как кривую дорожку, победа полетит в мой карман. Просто делать, как ты, почти каждый может. А делать, как я, это харам. Bullshit. Все твои треки, bullshit. Все, что ты мелешь, bullshit. Все твои фэны, bullshit. Их отымели. Рэп, ёп, по нервам, как хера по винам. Раскрываю биты, чтобы твоя погибла карьера. Also, der erste Teil von Ramir hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Der zweite Teil, habe ich so das Gefühl gehabt, war mehr so für die Fans, also, ich meine damit mit dem Beat, okay? Der Beat war so mehr für die Fans, weil Ramir hat ja immer noch sehr viele Fans, die noch so den alten Ramirez lieben. Musikalisch war, finde ich, Ramirez viel höher als Classic. Jetzt ist aber die Frage, wie ist das Battle-technisch? Und ich habe so das Gefühl, das ist nur mein Gefühl, habe ich so das Gefühl, dass Classic etwas stärker war, etwas stärker war als Ramir. Ja? Aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, macht Ramir das weg mit dem Sound, mit den Beats, mit dem Flow, ja. Ich finde der Flow von Ramirez viel, viel, viel besser als bei Classic, auf jeden Fall. Aber Classic hatte so das gewisse Etwas in den Songs, was Ramirez gefehlt hat. Das war so, das ist jetzt so nur meine persönliche Empfindung zu diesem Battle hier. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wer in diesem jetzt in dieser Runde hier besser ist. Weiß ich nicht. Weil beide hatten gewisse Qualitäten. Ich weiß nicht. Sehr schwer. Sehr schwer. Classic hat gut gemacht, Ramir hat gut gemacht. Die erste Runde von Ramir, also die erste Song von Ramir war einfach sensationell. Ich finde den sehr stark bis jetzt, sehr, sehr stark. Erinnert mich an Rem Digga, so, wo Rem Digga auch so diesen Cowboy gespielt hat. Also, ich weiß nicht, sehr gut. Gangster brauchen Bodyguards, Flugmodus, Tony Stark, auffallend wie ihr Kontostand. Barbatur Paris. Fly ship, press the trigger, Cardi B. Yeah.